Да, да. Это разъёб вообще. Лишь бы не отобрала пол хаты. Это супер камера, обожаю ее, блядь. Оп, монтажная склейка. А вот тебе реально срать захотелось, ты. Ксюха заходит, я и нахуй, блядь, справа, блядь, и снизу нахуй. Вот так, блядь. Здравствуй. Здравствуй. Я готов наркотест сдать. Как тогда на МСТВ ты предлагала? Да, да. Нихуя, у тебя камин в квартире. Заглядывает и видит Собчак. Я такой, о, красава. Я говорю, бля, мне это досталось от хозяина. Эх, Ксюша, прыгай в печь. За своей книгой. Вот, вот, видишь, втягиваешь живот, волнуется жених, хорошо. Не могу так. Выглядишь. Пойдет? Ау. Розовый. Розовый. Желтый. Нормально. Ну, вообще, по-хорошему, немерен. Не, правда, первый раз. Да. О, вот это мой размер. Сказал, нам нужна типичная такая вот. Как она? Справить, мне кажется. Ну. Что-то разошлось, потом мы должны Мы есть два сегодня сыграем. Да. Моргенштерн, что с тобой стало? Зи-у-у, богатый уебок. Еще и блеск, как от пота, нормально. То, что леопард, я не специально, извини. Но на самом деле, это даже заебись. Вот, вот, смотри. Моя первая тачка, да, Deo Nexia золотисто-обоссанного цвета. В общем, это машина моего дедушки. Я ее брал кататься, когда только сдал на права. На ней первый раз приехал за Диларой. Ты не ебешь на эту машину? Нет, конечно. Да, да, да. Просто так не отдадим. 1 миллион надо. Вот так. Невеста. Сразу видно, как ты любишь ее. Дилара, блядь! Я тебя люблю, блядь! Ой, господи, как же уебищно, обожаю. Не пропустит тебя никуда дальше. Ты понимаешь, мы не на такой выкуп рассчитываем. А вот, хуй вам. Хочу тебе продать то, что ты мне дал вначале. Ну, женишок. Ну, здравствуйте, господа. Самое сексуальное. Холоповоза. Давай. И не воняешь. Ну, блядь. Ну, хороший комплимент. Блядь. Ну, сука. Семь. Сколько мы денег? О, все, смонтируйте, смонтируйте с первача, на. Вот это. Чтобы дальше пройти, ценный танц для Дилары нужно. Что самое ценное для Дилары? Это, конечно, очень. Ой, это неверно. Правильно! Это очень поздравляю с вашей свадьбой. Пусть всегда живет мечта и любовь с
всегда не бросает. Спасибо вам! Ох, молодые! Вся жизнь впереди. Пивному другу! Пивным друзьям, пивным подарком. Сегодня для вас особенный день. Праздник, наполненный красотой, волнением и любовью. Все меняется в нашем мире, но найти свою половину и быть счастливым остается неизменным. Вы любите и любимы. И это самое главное для счастья и создания семьи, в которой всегда будет царить любовь, приумножая ваши силы, храня покой в вашем доме и даря радость каждый день. С этого дня начинается история вашей семьи, которую вы напишете вместе. Перед самым торжественным и ответственным моментом прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренне. Прошу ответить ваш жених. Ваш ответ, невеста. Да. 31 августа 2021 года во дворце бракосочетания номер 1 города Москвы ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Когда женился, можно все на все. Смотреть телек. Нам не шампиньон, спанчо, пайби и ес. Я
подписочку. Спасибо за подписочку на Рамзан Ахмат. Спасибо большое, щеголя мальчик. Отбился не старайся. 22 года, сука, кто двигается без дачи. Надежной опорой, береги, цени, люби Диларочку. Милая, дорогая Диларочка, люби, почитай, уважай своего супруга, своего избранника, своего рыцаря, своего любимого Алишера. Мы вас очень любим, очень любим. Будьте счастливы, мои дорогие. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, brava e raga! Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh, bella raga! Ребят, моя прическа, мой лук посвящается всему тому, что вы сегодня устроили, но главное, впервые за все эти годы моя мама наконец-таки мной довольна. Ура! За Алишера, за Дилару, за всех! Дилар, спасибо тебе за глаза моего сына сегодня. Вот, знаешь, вот такие счастливые, такие радостные. Я желаю вам, чтобы в ваших отношениях была, знаете, вот заботливая нежность, красивая легкость. Если нет любви,
уже не имеет значения, что еще есть у тебя. Вот мне так это нравится, ребята, любовь есть. Несмотря на то, что мы находимся очень далеко, вы знаете, что мы всегда рядом. Ничего не помню, извини, помню только как мы отрываемся на свадьбе! Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Поднимите ваши руки. Эта свадьба просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить. А может, лучше что-то подарить? Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал ей, что сегодня холостой? Я танцевал, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? И закружились все вокруг, как на репите. Ничего не помню, извините. Отрыв! Отрыв сегодня! Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Я люблю тебя до слез, каждый вдох, как первый раз, без толпы красивых фраз. Это облака из роз, лепестками белых роз.
застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Вот это я понимаю, мне шмабе седер пошел. Такила кава. Вот это наш фасончик. Нагила хамва, нагила хамва, нагила вейни смеха. Хава орнина, хава нерунина, хава нерунина. Хава нерунина, хава нерунина, хава нерунина, вейни смеха. Урву, урву ахим, урвахим эрам самех, урвахим эрам самех, урвахим эрам самех, урвахим эрам самех, урвахим. Урвахим, урвахим эра самая. Вознесение нашей невесты, дочь моя, Алише. Сотера нас инкрит.
брюликам не важно, сколько ты на них сосала. Ведь сосать – это талант. Да, это так. Сосать – это талант. Танцуй, как тупая сука. А вдруг мы все подохнем утром? Ты об этом думал? Ебашимся, давай, все, пора, пора, пора. Еще 1 миллион долларов на мой счет. Fuck the bitches on my lawn. Fuck the личных on my lawn. Stop collecting call on. Стоп!
кем собрал. Самый новый Мэтт забрал. У тебя горит, парень, не ори. У меня горит, это говорит. У тебя болит, у меня болит. Тебя найдли, а я на Бали. Больше нету слов. Больше нету слов. Больше нету слов. Знаешь почему? Мне лень, мне лень, мне лень, мне лень, мне лень, мне лень. Ну а что? Окей, последний слэм на этой ебаной свадьбе. Российской Федерации, знаете, вы по какой причине имеете право без нарушений кого-то куда-то не пускать? Ответьте мне на вопрос, пожалуйста.